Уже 2 года Украина страдает от кризиса. Это постоянные обстрелы и бомбы, это постоянное отключение электроэнергии и отопления. Но вот есть прекрасный лагерь Сарваш, как оазис такого некого спокойствия, как глоток свежего воздуха. В лагере Сарваш у людей есть отличная возможность переключиться, оставить все проблемы дома и наслаждаться временем со своей семьей. Многие люди, семьи, с которыми мы работали, они пережили достаточно многое. У кого-то погибли родственники, у кого-то они уехали за границу, и эти люди остались совершенно одни здесь. Кто-то получил очень серьезную травму. И очень хотелось, чтобы все это исчезло или просто отошло на задний план, чтобы люди действительно могли отдохнуть. В лагере участники получают невероятное количество поддержки от своих мадрихов, от психологов и от других участников в том числе. Мы максимально стараемся их оберегать, мы стараемся максимально их заряжать энергией, давать им яркие эмоции. Они узнают очень много нового о себе, о своей еврейской культуре, встречают вместе шаббат, ялдалу, арт-терапии, вечерние мероприятия, спортивные программы, выезды в другие города и много-много другого, что очень важно. Все дает о себе знать, о тяжелых днях и еще более тяжелых ночах. И когда я вижу, как мои подростки, они настолько беззаботно улыбаются, они настолько беззаботно смеются, кайфуют от общения с семьей, от общения со своими сверстниками, это уже ощущается как большая поддержка, когда мы понимаем, что мы не одни проживаем эту боль. Вы створили мрію в прямом значении этого слова. Це наче інше життя. Такие отзывы мы получаем от людей, и это самое важное. Этот лагерь должен существовать и дальше, чтобы все участники еврейской общины из Украины знали и могли почувствовать счастье и свободу, которую у них отняли. Я хочу выразить благодарность за поддержку этого проекта, а то, что мы напоминаем людям, что ни за что не дайте угаснуть вот этому огоньку внутри себя, и Сарваш Мрия нам в этом очень сильно помогает. Спасибо.